все зависит от тебя, как тренируешься, так и выигрываешь. Мы показывали, объясняли некоторые моменты технические, чтобы они развивались еще сильнее. Мне нравится тренироваться, я рад, что я выиграл. Нам нужны скейт-парки, нам нужны какие-то помещения крытые, нам нужна экипировка. Сегодня урбан-фестиваль проводится первый раз в нашем городе. И мне кажется, он получился, состоялся. Я хочу пожелать, чтобы такие хорошие праздники проводились в нашем городе почаще. Мы передаем эту эстафету Западному Казахстану!